YouTube постоянно меняет правила. Что же будет дальше и что же нам всем делать? Делать хороший качественный контент, не смотреть в сторону серого контента, да, и читать правила YouTube, потому что вы не можете на это повлиять от слова вообще. Ну, YouTube, когда вам дал возможность, нам дал возможность заливать ролики, пользоваться Google почтой, он нас предупредил, что он имеет право менять правила, не сообщая нам об этом. И мы принимаем все правила, которые он принимает автоматически. Если мы не согласны с этим, он просит нас покинуть платформу, потому что вы должны понимать, что YouTube – это коммерческая организация. Потому что многие путают, многие думают, что YouTube – это как вот на улице поставили вам качелю, и вот там все могут кататься на этой качели там, да, и там многие там приходят и требуют там у Жека там покрасить эту качелю там, либо песок свежий завести. YouTube – это деньги, это коммерческая организация, которая хочет, а целью любой коммерческой организации – это получение прибыли. Поэтому, друзья, если YouTube меняет правила, то вам либо подстраиваться под эти правила, либо покинуть YouTube.